То есть мне снять футболку теперь тяжелее, чем банально там, пожать штангу стоя. В Казахстане есть два вида машин, это крузак и эска. Они на чем другом ездить не могут. Я сегодня узнал новое слово в Казахстане, я узнал. А вы там все, кто прям, у тебя и сердце проверит, там же, наверное. Почему-то мы приехали в кальянную. Если казахи не выебываются, то это не казахи. Зачем нахера нам, скажи, пожалуйста, отдельное помещение? Всем привет. Наверное, неожиданно. Это блог. Арзу называется вода. Все потому, что я в Казахстане, друзья мои. Я в Алмате. С собой, естественно, заряд добавок. Да, шоколадку купил в Duty Free. Тут у нас с собой обязательно дело протеин. Ой, хоп. Для суставчиков. Это гостинцы для сына друга. Ох. Я уже не так давно я приехал. Да буквально-то несколько часов назад. Долгая была пересадка в Москве, большая задержка рейса, практически на сколько там, да на 9 часов, если я не совру вам. Так что на 9 часов была задержка рейса, так что, если честно, я, конечно, подустал. Буду надеяться, что форму как-то сохраню, потому что я был... Да когда я был? Вчера, по-моему. Вчера или позавчера я был у хирурга. Мне сделали МРТ плеча. Я делился с вами, что побаливает. В общем, у меня оторвана манжета. Оторвана манжета плеча. Я не могу отводить руку в сторону без боли. Но, кстати, если я поворачиваю кость плечевую так внизу, сгибаю руку, то я могу сжать. Представляете? То есть мне снять футболку теперь тяжелее, чем банально... там, пожать штангу стоя. В общем, операцию уже хотели назначить, но решили, что может быть само прирастет. Есть такая маленькая-маленькая вероятность. Оторвано сухожилие 1 сантиметр. Тяну кусок сантиметра на 4 миллиметра. Критично, не критично решать будем позже. То есть можно дорывать потихонечку, терпеть боль. Можно пробовать тренироваться легко, не сильно. Ну, так скажем, именно эти движения выполняют. Например, спину качать буду теперь я не тягами сверху, а только тягами к животу. Ну и в общем есть моменты такие, которые помогут мне избежать болевой синдром. Значит, будет не так сильно дергать это сухожилие, и может быть оно прорастет само. Вероятность есть на МРТ, потому что были видны какие-то рубцы. Сказал Антоха, даже камеру держать больно. Сказал Антоха, а это значит, что сухожилие пытается прирасти, но постоянные нагрузки его подрывают. Все, я собираюсь в зал, пусть не спал, ну легко там как-нибудь попамплюсь, будет в хорошем качестве ролик с Ильюхой, Илья Галим здесь, мы на чемпионате мира по пауэрлифтингу IPF, который проходит в Алма-Ате, ну и в целом по остальным нашим делам. Я, конечно, рассчитывал на жару, но жары не будет, но в Казахстане есть два вида машин, это крузак и эска. Они на чем другом ездить не могут. Мы выезжаем. Я не помню, в какой зал. В какой мы зал едем? Invictus называется. Оп. Все, друзья мои. Прибыли мы. Ага, какая сейчас система будет. Давай. Оп, зелененьким сгорелось. Отлично. Приветствую. Да, верно. Нам что, ключики? И там дальше? Да, сейчас мы вам выдадим. Сейчас вам выдадим. Да, конечно. У нас все по... Oh.
смотрите, ребят, у нас, короче, тут у нас народа здесь больше, камер больше, чем тренирующихся в зале. Это, как, подожди, как правильно слово называется? СММ. Нет, не СММ, мне не знаю, ты, блядь, мобилограф. 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 Я сегодня узнал новое слово в Казахстане, я узнал, мобилограф. Это тот, кто снимает видео на это, на телефон для Инстаграма. Они... Это простой видеограф. Вот. Это амбассадор клуба, который делает... Что ты там делаешь? Воркаут. Воркаут он делает. Я говорю, зачем ты в зал пришел? У тебя турник на улице бесплатный есть. Здесь турник просто, он не скользит, он классный. Короче, если ты хочешь быть стрит-воркаутером, приходи в Invictus, ты специальный, не скользящий. Бассейн. А в бассейне что делаешь? Бассейн. Бассейн в целом кайф. Да, в целом кайф бассейна, то, что он есть. У меня абонементы в залы с бассейном в течение последних 10 лет. В бассейн я ходил раза два, по-моему. Не верю, что можно, хорошо покачавшись, отправиться плавать. Нереально. У меня отдельно день бассейна есть. День бассейна у него есть. Он чем-то еще наверняка занимается очень важным. А ты вообще у нас директор? Ты директор почему-то, да? Директор по маркетингу. Директор по маркетингу. Мы ему тоже, ему только камеру вручили, потому что, ну, короче, у них у каждого есть камера. Максимум контента, максимум. У меня тоже есть камера, друзья мои. До самого нашего любимого, до Илюхи не дошли. А у Илюхи своя петличка. Вот там где-то вот свой видеограф, поэтому ждите еще отдельно на канале материал. Вот, сегодня тренировка у Илюхи полностью руки. У меня будут руки вместе с Ильей и тяга. Тяга к животу узким хватом. Потому что, да, а манжета оторвана, но при этом мы не сдаемся, поэтому это двадцаточки. Килограмм. Золотой призер. Не начинайте. Чемпион мира, 90 килограмм, золотой призер по имени. А вы там все, кто прям, у тебя иди сердце проверь, там же, наверное, есть увеличение сердца функциональное, но это нормально для спортсменов, любых вообще, фармишь ты, не фармишь, ты спортсмен, у тебя повышенные нагрузки, у тебя больше мышечной массы, то сердце, логично, должно подрасти, чтобы перекачивать повышенный объем крови и усиленно работать, это физиология. Соответственно, в этом нет ничего плохого. Проблема возникает когда? Почему говорят многие, что спортивное сердце это плохо? Когда оно у вас увеличится, и спортсмен в один момент скажет, а да ну его все нах, не хочу я больше заниматься, не хочу я больше, хочу вести обычный образ жизни. Снимаем мы ролик большой из зала, и все-таки такой небольшой блок у меня будет. Смотрите, какая красота. Прямо с центра зала видно бассейн. Блин, как мне это нравится. Покупайте больше генетика. Покупайте больше продукции качественной, которую мы выпускаем, одежды. И вы знаете, мы поддерживаем бодибилдинг, вручаем призовые, поддерживаем чемпионаты. И обязательно построим в России что-то подобное, чтобы с огромным кайфом и удовольствием могли ребята тренироваться. А что интересного? Ну, вы это в обоих роликах услышите, но думаю, повторить будет неплохо. Илюха в Питере сдавал анализы крови, они все получились очень хорошие, действительно хорошие для спортсмена такого веса, уровня, количества потребляемой пищи, нагрузок. У меня тоже все хорошо, буквально недавно сдавал анализы. Ну, я попроще, ребят, 175 рост, 95 килограмм вес. Тут Илья прошел кардиограмму, УЗИ сосудов, тоже все в порядке, в пределах, даже более чем в пределах нормы. Поэтому бодибилдинг с умом, это не опасно, а во многом даже, наверное, будет полезно. Особенно, если мы берем в внимание момент качества питания и того, насколько спортсмены, ряд спортсменов наблюдает, следит за своим здоровьем. Ну вот мы потренили, большой видос снят, намек на маленький видос тоже снят. Бля, что такое количество тренажеров, мы в этом углу даже не были. Тут даже, может быть, было то, что он хотел, какой-нибудь джим к низу, но его здесь просто нету. Мне было время сюда прийти, ну, может, другой денечек еще потреним. Ну, впереди куча еды, я думаю, вы ее увидите. Ну что, ребят,
В общем, мы покачались. Почему-то мы приехали в кальянную. Ну, понятно, мы-то будем хавать. Ну вот стоит наш тут красавчик, нас уже встречает. Нарядный. Нарядный. Братишка мой. Мой званный брат. Брат казахский. Ну, так он русский, но все равно казах. Сейчас мы, короче, тут включим все красивенько. Они будут курить, мы будем кушать. Если казахи не выебываются, то это не казахи. Зачем нахера нам, скажи, пожалуйста, отдельное помещение? Вот нам что, там не сиделось, скажи мне? Нет, там жарко. А, там жарко. Поэтому тебе нужен, блядь, вот нам. Хорошо. Сейчас. Я себе второй диван-то поставил. У меня это будет личный диван, короче. Я его себе поверну, я буду на нем сидеть. Ну да. Тут все можно. Все можно, как снимать половину людей на камеру. Такое ощущение, я говорю, что нас много, а в кадре только вот мы типа с Ильюхой. И перемещающий сам по себе диван. Что сюда, немножко? Подожди, надо приходить. Давай сейчас. Давай, толкай. Дыньк. Поели, попили. Теперь опять полчаса ехать нам до нашего отеля. Ну так, нарядненько. Так, ну что, друзья. Всем. Вот. Такие дела, всем доброе утро. Началось у меня, естественно, с завтрака. Там просто тупо, короче, яйца, отварной язык, овощи. Это все, что я съел. Забыл шейкер, пришлось протеинчик намешать в бутылочке. Ой, из картоночки сделал воронку. В общем, как обычно, такой спартанский режим. Я уже показывал что-то. Протеин, да, LST Joint у меня с собой. Я уже, друзья мои, практически второй день почти не поднимаю левую руку вверх. То есть я решил, что левой рукой я буду пользоваться только во время тренировок, и то, естественно, избегая моментов, когда мне больно или неприятно. То есть я не буду делать в верхних амплитудах никакие движения, все внизу, чисто для поддержания мышечного тонуса. Даже сплю, подушку подкладываю под руку специально. В общем, поставил себе задачу, не оперируясь, попробовать прирастить обратно сухожилие. Ну, как бы Антоха сказал, что это реально. Ну, конечно, он сказал, что это реально, если полностью обездвижить руку на несколько месяцев и ей не пользоваться. И что это типа по времени на самом деле там то же самое, что если прооперироваться, и даже может быть быстрее. Потому что после операции все говорят, что реабилитация полгода. Вчера в ресторане сидели с ребятами, был наш товарищ Женька, он играл в футбол, упал просто на руку, когда бежал, у него оторвалась тоже манжета плеча, у него еще и часть кости надкостницы сорвало. В общем так, неприятно получилось, бегать опасно. Видите, вот Рома Халиулин ходил, квадрицепс оторвал, Женька бежал, руку оторвал. В общем, бодибилдинг еще не самое страшное, что бывает. В общем, мы тоже сказали, реабилитация полгода, там тоже такой спортсмен. Выступал он по шортам, сам он также еще там боец. Ну и сейчас вот играет в футбол в кайф уже для себя, потому что уже не так юн, как в принципе и я. Поэтому посмотрим, с чего удастся мне сделать. Я не знаю, по какой-то неожиданной причине, неизвестной мне, форма около держится. Питаемся мы тут. Ну, тут, в принципе, кухня, знаете, такая жирненькая. Жирнее, чем казахская кухня, только, наверное, узбекская. А жирнее, чем узбекская кухня, только я. Вот. Сейчас уже мы все проснулись. Илюха тоже встал. Мы идем тренироваться. Потом будет семинар. Запись семинара. Да, она сказали, что будет. Будут операторы от World Class. И с нами материалом поделятся. Поэтому до встречи. Что, друзья, мы прибыли. Кстати, да, я забыл, надо сказать, что меня возят все с классе, все красиво. Ну, Илюх, конечно, занял. Как занял? Я ему предложил занять.
переднее местечко, хотя в этой машине и сзади места прямо хватает. Мы сейчас отправились на, блин, ну как завтрак, обед. Обед у них не знаю, по счету, завтрак или обед. Илюх, какой у тебя будет прием пищи? Сейчас по счету. Ну, блин, я пока там это съел две коробки, два коктейля уже выжил. Два коктейля, две коробки? Да. Короче, Илюха уже четвертый раз будет есть. Два бананчика еще осталось, по завтраку. Вот. Ладно, у меня на самом деле... Ну нет, я пил протеиновый коктейль, смешал его еще с Celestia Joint'ом для суставов. Кстати, прям помогает, как вот начал опять пить его прям вот четко в двойной дозировке после посещения хирурга, прям даже поменьше болит плечо. А, так вот, и позавтракал я. То есть протеин, Celestia и еда. Сейчас нужно поглядим мы... Ну, раз мы здесь, конечно, будет плов и шашлык. Конечно, что нам сейчас принесут. Было вкусненько. Мне-то еще вкусненько. Плов. Я, естественно, забыл снять, там принесли. Красиво все и так далее. Ну, Илюха, естественно, блин, неплохой. Скушал. Первый. Тебя всегда хвалить? Всегда первым доедал? Нет. Нет? Нет. Ничего, мы ждем сейчас шашлык. Салатики, да, в принципе, все. Такой вот максимально полезный обед. Кстати, очень вкусно. И довольно-таки дешево. Потом гляну меню, скажу вам, сколько стоит. Так, для примера. Мой шашлычок. Ну как тебе мясо в Казахстане? Ну, кстати, хорошее. Бараниное, ну, блин, свежее мясо. Что?